миром, уважаемые друзья, дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфортуэ, который всегда на вашей стране. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу за вашего во плаки мертвых разбивая молнии, мы сегодня продолжаем рассказывать нам об очень интересной сказать, о очень интересной об очень интересной теме, о том, какой антидепрессант переносится лучше всех, ну конечно, из тех антидепрессантов, которые есть в нашей стране. А дело в том, что по научению нашего гуру и учителя психфармача мы проводим опросы общественного мнения, спрашиваем, какой антидепрессант переносится лучше всех. И вот здесь возникли затруднения. Надо бы сказать, что наши зрители чрезвычайно компетентны, но во всяком случае, те, которые отвечают на опросы, как всегда, отвечают правильно. Но здесь явно возникло затруднение, потому что голоса как бы разделились. Большая часть высказалась за перзидол, но было значительное количество опрошенных, которые сказали о том, что винловокцина является наиболее переносимым антидепрессантом. Мы решили еще раз вернуться к этой теме для того, чтобы вам рассказать, как, собственно говоря, определяется переносимость антидепрессантов, чем она определяется. Переносимость антидепрессантов. Дело в том, что мы новаторски, благодаря нашему психопармонту, придумали переносимость категории, антидепресс... категории антидепрессантов по переносимости, классификацию. Состоит из шести категорий. Очень ее легко запомнить. Мы сейчас расскажем про эту классификацию. Я думаю, что вы ее запомните и уже будете легко определять переносимость антидепрессантов на чем построена эта классификация. Она построена на том, что вообще в препарате не должно быть ничего лишнего. То есть понятно, что препарат должен только действовать на там и тогда, где это нам с вами нужно, то есть давать терапевтический эффект. Беда, однако, состоит в том, что вообще-то все препараты, не только психотропные, могут действовать, где им вздумается. У них много механизмов действия. Ну, например, препарат может антидепрессант действовать на нейроны головного мозга что нам с вами и надо, потому что вы знаете, что депрессия коренится именно в головном мозге, но могут действовать и на другие органы, причем действовать очень-очень плохо, например, вызывая токсическое поражение печени. Одним из таких препаратов является препарат под названием вальдоксан, агомелатин, много раз об этом рассказывали, единственный антидепрессант в России, в инструкции которого прямо указано на смерть больных от лекарственного гепатита и случаи трансплантации печени. Именно поэтому мы этот препарат отнесли к худшему классу гипотоксичности. Опять же, наша классификация препаратов по гипотоксичности на классы разделили. Самый худший класс А, лучший класс Е. Так вот, конечно, вальдоксан это худший класс токсичность подтверждена. Есть достоверные сообщения о смертельных исходах. Всем больным надо делать анализы в обязательном порядке на так называемые печеночные ферменты, чтобы, не дай бог, не повредилась у них печень. Надо вам сказать, что у нас есть плейлист под названием «Лекарства и печень», препараты печени. Посмотрите этот очень интересный плейлист, потому что мы все препараты распределили психотропные по классам гепатотоксичности. Вы там можете для себя почерпнуть много интересного. Так что с первым классом гепатотоксичности, вы, точнее сказать, с шестым классом, наихудшем, вы поняли. Теперь есть у нас еще два класса, это пятый и четвертый. Вот что это за классы? переносимости, категория переносимости. Обратите, пожалуйста, внимание, антидепрессант должен действовать на те нейроны, которые задействованы при депрессии. При депрессии падает активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Отсюда лечебный эффект, видите, стрелочка вверх. Но антидепрессанты могут действовать на самые разные нейроны, в том числе и на другие. Ну, например, ацетилхолиновые и Понятно, что для реализации терапевтического эффекта не нужно. Это фактически балласт. Это побочный эффект в чистом виде воздействия на ацетилхолиновые и гистаминовые нейроны. И вот на основании того, действуют ли эти препараты на лишние нейроны, выделен пятый и четвертый класс на переносимости, категории, прошу прощения, категории переносимости антидепрессантов причем в пятой категории, которая похуже, препараты могут действовать на два типа нейронов лишних гистаминовых ацетилхолиновые. четвертый класс на один а тип нейронов только гистаминовые. Давайте посмотрим, какие побочные эффекты связаны с снижением активности или повышением активности гистаминовых и ацетилхолиновых нейронов. Ну и обратите внимание, в пятой категории переносимости амитрептилин-вортиокситин, в четвертой категории там пипофизин, тразадон и мертозапин действуют на один тип нейронов. Ну, давайте обратимся к фактам. Значит, побочные эффекты связаны с снижением активности гистаминовых нейронов. Ну, например, амитриптилин. Сонливость, утомляемость, повышение аппетита, увеличение массы тела. Напротив, повышение активности гистаминовых нейронов. Это напряженное бодствование, это может быть нарушен сон, это нарушена терморегуляция, это появляется зуд, это регуляция эмоций, может появиться агрессия ажитация, тревога, могут возникнуть приливы, это уже повышение активности гистаминовых нейронов, это препарат вортиоксетин брентеликс. Есть препараты, которые снижают активность артилхолиновых нейронов, это э, тот же амитриптин, нарушение памяти, нарушение зрения, нарушение мочеиспускания, запоры, повышение внутриглазного давления, нарушение э, ритма сердца. Но есть препарат, еще раз говорю, вортиоксетин, который увеличивает продолжительность э, той фазы сна, в которой происходит сновидение. Из-за этого возникают необычные сновидения на бринтериксе. Ну и кроме того, повышение активности ацетилхолиновых нейронов может Проявляться в теле а, ротой, тошнотой, поносом, может возникнуть покраснение лица, ночная потливость и головокружение. Так что я думаю, что вы все поняли, как различается пятая и а, четвертая категория переносимости. В пятой худшие два препарата, которые действуют на два типа лишних нейронов. А в четвертой категории там пипофизин, тразономертопин они действуют на одну категорию э, нейронов лишнюю это Теперь следующий класс, а, прошу прощения, вот все оговариваюсь, следующая категория переносимости. Обратите, пожалуйста, внимание, это категория переносимости на очень и очень интересная. Она связана с тем, что у человека далеко не все нейроны страдают при депрессии серотониновой, норадренально норадреналиновой, дофаминовой. Некоторые работают нормально, но препарат, который туда добирается, он будет повышать активность этих нейронов, вне зависимости от того, нормально они работают или ненормально они работают. То есть, опять же, неизбирательность действия. Нам нужно, чтобы он подхлестывал активность тех нейронов, которые плохо работают, но он будет действовать везде. В результате возникают побочные эффекты, потому что там, где нам не нужно, будет чрезмерная активация. И обратите, пожалуйста, внимание... Мы выделили несколько таких возможностей повышения активности. Прежде всего, повышение активности серотониновых и норадреналиновых нейронов. Почему серотониновых и норадреналиновых нейронов прежде всего? Ну, потому что, если мы посмотрим на нашу классификацию антидепрессантов, то мы увидим, что прежде всего именно в отношении серотониновых и норадреналиновых нейронов наши антидепрессанты, которые у нас есть в стране, они наиболее активны. Отсюда большие буквы. Да? Вы знаете, что большие буквы – это означает, что действует препарат эффективно на а, серотониновый, скажем, или норадреналиновый нейрон. Видите большие буквы. Ну и антидепрессанты тройного действия. И здесь мы видим маленькую буковку D, говорит о том, что на дофаминовые нейроны заведомо действуют слабо. Именно поэтому мы отбросили. Ну, слабо действуют на дофаминовые нейроны, значит, на те, которые нужно, и на те, которые не нужно. Значит, мы сфокусировались на серотониновых и норадреналиновых нейронах, которые дают основное количество. Побочных эффектов, потому что, еще раз говорю, большинство антидепрессантов действуют на эти нейроны довольно сильно, то есть большие буквы. Что в результате этого будет? Побочные эффекты связаны с повышением активности серотониновых нейронов. Беспокойство, паника, бессонница, сексуальная дисфункция, тошнота, понос, снижение аппетита и массы тела связаны с повышением активности норадреналиновых нейронов. Беспокойство, неусидчивость, бессонница, сексуальная дисфункция, тремор, тахикардия, повышение артериального давления. И вот здесь обратите, пожалуйста, внимание, мы выделили тоже, опять же, в принципе, три категории переносимости. В первую категорию, третью, которая похуже, препараты вошли, ну, скажем, типа несуществующего у нас милноцепрана уже ушедшего или венлофоксина, которые повышают активность и серотониновых, и норадреналиновых нейронов довольно значительно. Следующую категорию, здесь они не показаны, вошли селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Я перехожу к следующему слайду. Вы видите, что эти препараты, они повышают активность только серотониновых нейронов эффективно. И, соответственно, у них побочных эффектов будет заведомо меньше, чем у препаратов двойного действия. И, наконец, на последнем месте, среди самых переносимых, первая категория переносимости, самая лучшая, это препарат отечественный перлендол, пиразидол. Почему? Там знак прочерк. Он не активен в отношении, не слишком активен в отношении и серотониновых, и норадреналиновых, и дофаминовых нейронов. Соответственно, это лучшая категория переносимости, потому что он не повышает активность серотониновых норадреналинных и дофаминовых нейронов, ну, скажем так, достаточно сильно. ну Собственно говоря, вот почему препарат пирозидол вы видите, относится к самым переносимым, а те, кто ответил венлофаксин, они были неправы, потому что венлофаксин достаточно эффективно повышает активность серотониновых норадреналиновых нейронов. И еще раз говорю, ситуация, когда а, есть нужные нейроны, которые надо подстегнуть, есть нейроны, которые работают у человека хорошо, вот там будут побочные эффекты. Именно поэтому побочных эффектов у венлофоксина будет больше, чем у пирозидола, который просто не способен на подстегивание активности серотониновых и норадреналиновых нейронов в, скажем, достаточной степени. Как всегда, в конце нашей мини-лекции я вас прошу пожалуйста подписывайтесь на наш канал пожалуйста комменты пожалуйста лайки прошу, становитесь спонсором нашего канала. Очень важно, чтобы вы подписались на наш канал для того, чтобы получать дальнейшие наши рассказы о переносимости антидепрессантов, потому что кроме классификации переносимости антидепрессантов, вы видите, есть категории, но в каждой категории будут еще и нюансы, потому что в категорию попали, как вы видите, ну, скажем, во вторую категорию целых 6 препаратов, и, конечно, с ними надо тоже разбираться и делать какие-то подкатегории, чем мы, собственно говоря, собираем но ну, через некоторое время заняться поэтому подпишитесь и получите эту новую и важную для вас информацию как всегда я вас прошу если вам понравился этот ролик то пожалуйста в описании этого ролика вы найдете реквизиты счета до новых встреч